Всем клюква и с вами привет! Сзади меня находится влог, на котором мы приехали в Москву. И это мой новый Сапсан. Поехали! Ты похожа на гриб. Или на гнома-вредителя. Ну, ситуация следующая. Приехали мы, значит, в отель, и нас нет в базе. Ура! Поздравляю! Мы не переодетые, мы не покушавшие. Я вообще хотела в тюрьмок есть блины, понимаете? Но отель красивый, мне нравится. С одной стороны, так было бы слишком скучно. Согласитесь, было бы слишком скучно, если бы мы просто приехали, заселили бы, и мы такие, ну как-то неприкольно, да? А так, мы приехали, нас нету. Смотрите, кто здесь! Ура! Обзор на то, как Аня Клюква спит. Она просто ждала. Мы придумали хэштег, и мы считаем, что данная ситуация хэштег, чтоб жизнь клюквой казалась. Ну, знаете, вы поняли? Кто-нибудь понял? Ну, типа, чтобы когда говорят, когда чтобы медом не казалось, потому что мед сладкий, чтобы жизнь сладкой не казалась. А клюква, она как бы кислая, кисло-сладкая. Ну, чтобы жизнь была кисло-сладкой, понимаете, чтобы там были все оттенки. Вот. Поиск в темноте. Поиск в темноте. Я вам покажу, где мы будем выступать с нашим концертом 2 июня в 16:30. То есть вот это огромная сцена главная, где выступают всякие артисты. А мы будем выступать на тоже супер крутой сцене, где будут тоже супер крутые артисты. Но она чуть поменьше такая, знаете, наша добрая, теплая сцена. Это наша сцена. Так что вот это наш дом. Но у меня там Аня Клюква написано. Я показывать не буду. Блин, так но там Аня. Можем идти, да нет? Слушай, надо. У нас закончился чек, и мы идем теперь чекаться на главную сцену. Я там буду петь «Время молодых» завтра, 1 июня. Как настроение? Супер! Как-то тут разнятся мнения. Но у меня где-то между, потому что сначала я что-то грустила, что нас не заселили, но сейчас мы отчекались, мне очень понравился звук, там есть даже инейры, представляете? То есть можно слышать себя, это очень классно. Аня Клюква пришла чекаться на главную сцену. Шоколадница, и тут акула. Офигеть! Акула, огромная акула, вот она. А, я в шоке. Смотреть всем привет, кстати, новый персонаж в этом блоге. Да. Блог? Да. Это вот Наталья Клюква. Наш отель. Посмотрите, какой он огромный. Первый день прошел. Мы вот, видите, возвращаемся уже в наш отель. Нас заселили, наконец-то. Первые. Кто не понял, первые. Только для персонала. Ух ты.
ты бухты. Там ничего интересного. Если вы видите какую-нибудь дверь с надписью «Только для персонала», знаете, что там нет ничего интересного. Вот наша комната. Пару фактов о нашем номере. Во-первых, у нас в стене есть радио, на котором мы слушаем Артема Адамова. Мы утром включаем вот так. Хит FM. Вот такой вот телевизор современный. Но я считаю, что это все, это как бы, знаете, такой, ну, дизайнерский ход такой, что ты вот приходишь и как будто бы, ну, вот все такое вот старое, потрепанное. С первым днем лета! Ура! Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ржавые струны. Все, мы погнали на фест. Шагов так много. Их просто миллион. Родные. Родные, любимые. И там очень много людей, детей, бедные будут сейчас стоять в очереди. А мы, так как мы сегодня артисты, мы можем проходить без очереди, у нас отдельное КПП. Где мы такие показываем, что мы артисты, и нас пропускают. Она получила свой бейджик. Сейчас начнется гроза. Сцена из-за нашей. У нас есть такая вот гримерочка, тут такой вот костюмчик, тут такая вот Дашечка, и тут такая вот я. Вот такие вот классные. Артист, артист. Технический персонаж. Технический персонаж. Привет! Это... Да. Влог я смотрю. Я подписана на ее канал. Я фанатка, да. Смотри, у нас косички в обеих. Да. Косички — это стиль, я считаю. Это Аня, она готовится к своему выступлению на главной сцене. Я сижу с Аней Клюквой, с которой я хотела встретиться. Мы сидим за сценой, потому что скоро уже будем выходить. Я очень немножко переживаю. Очень немножко переживаю. Супер. Тут еще Наташа вот приехала. Hello. Вот, все, мы заряжаемся уже. Скоро выходить. Спор о том, что будет. Поддерживали ребята. Во-первых, когда сказали Аня Клюква, все там так закричали, завещали. Я просто такая, вау, что? Меня поддерживают, и меня знают, и песни мои подпевают. В общем, я просто вся в эмоциях, и просто лучшие ребята. 100 bad days made 100 good stories. 100 good stories make me interesting at parties. 100 bad days made 100 good stories. 100 good stories make me interesting at parties. Yeah, no, I ain't scared of you. No, I ain't scared of you. Как они меня поддерживали? Мы кричали, как могли. Я просто... Да. Она что? Аня лучшая. Аня лучшая. Аня лучшая. Все нормально, да? Да, знаешь, ну, зачем мне дала камеру, чтобы привет я сейчас передать. Снимал? Привет передать. Это там Артём Адамов. Хит FM. Вы видели все его легендарный дождевик вчера. FM Hit. Прям не терпится, чтобы наши режиссеры показали человека в России в этом кресле. На премии «Время молодых» в 2021 году. Это рост года. I like the way you talk, I like the things you wear. I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. 'Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. У меня не получалось. Первые мои строчки, я вообще не понимала, как люди пишут что-то, как они вот создают что-то. И получалось, что музыка или текст? Что не давалось? Да ничего, вообще. Сейчас мы меня взяли интервью, поболтали с Стасом.
прямой эфир сейчас у меня был. Потом мы послушали мастер-классы всякие разные. Очень много инсайтов и вот встреч очень важных, очень теплых. Так рада, что я сюда приехала в этом году. В прошлом году я не приехала, потому что у меня было ЕГЭ. Но в прошлом году, по-моему, он был чуть поменьше. В этом году это просто мощь. Такой масштаб сделали на весь ВДНХ, боже, просто. Every time I turn around you, dancer. Чтобы попеть песни с Катей Адушкиной, успели лишь на одну песню «Жги, зажигай». А потом, благодаря Ксюше, мы попали в ее гримерку и помогли Ксюше записать интервью с Катей Адушкиной. Мы счастливы. Я в шоке. Очень довольны. А Аня все продолжает быть в шоке. Я очень рада, что я ее увидела, потому что... Когда Аня была маленькая, еще тогда Катя была маленькая. Аня мелко смотрела на маленькую Катю. И просто у меня вот эта встреча, я просто принеслась в то состояние, когда я была маленькой. Я такая вспоминаю про то, что она говорила, про то, что она в меня, типа... Она на тебя тогда это она очень сильно повлияла. На меня повлияла. Ее творчество, ее соцсети путь. И она же дала мне такой толчок, когда мое первое видео попало в десятку победителей, это был конкурс на песню «Мечтай». И тогда ко мне пришли подписчики, типа, ну там через отметки и все такое. И я просто тогда начала это делать. То есть это был очень большой толчок для меня. Не знаю, может быть, если бы не этот конкурс, у меня бы здесь даже и не было. Ты счастлива? Я в шоке просто. Смотрите, у нас есть парные носки, потому что мама купила одни носки на два размера больше. Я донашила за сестрой, если честно. Метр 80-27 годиков. Вот и панамка с клюквой. Она чуть ли не назвала ее вишней сегодня. Да, я просто... Вот, и еще у меня вот такая джинсовка. Этот лук я вам завтра покажу, потому что завтра я буду в таком луке выступать. Вот. Приготовились! 5, 3, 2, 1! Ты маленькая любила эту песню? Это хит на! И он звучит на! Это хит! Да! Я увольняю своего креативного директора. Спасибо всем первым! Мы первые! Первый день фестиваля, все. Мы идем кушать! В теремок! В теремок! Мы идем в теремок! Это электробус. Точно. В деревне? Да. Нет. В Питере реально нет? Я не знаю, мне пофиг. Это электробус, точка. Ребята, куда мы едем? Теремок. Это была не моя идея. Могу предсказать, что они возьмут в теремке. Я думаю, это будет пюре, котлетка и блинчики с пюре. Еще кетчуп добавила. Блин, последний день. Мне грустно. Но мы готовы вот так вот отрываться. И работать, конечно же, работать. У нас будет концерт, и я уже очень хочу выступить. Так что сегодня будет классный день. Берем гитару и погнали. А знаешь, что мне кажется, что не всем? Смотрите, ребята, у нас вчера была гримерка вон там вот. А сегодня... Look at this. Look at this. А, это наша. Это вот он решил. Это Артём Адамов. И у нас тут есть теперь тоже еда. У нас даже есть розетка для отпаривателя. Два удлинителя. Офигеть. Ну вот это привилегированные, я считаю. Вот это уровень. Вот это уровень, да. Егор Князев приехал, посмотрите. Друзья, это вновь обзор на Аню Клюкву. Она артист. Панамка. С клюквой. С клюквой. С клюквой. Так, значит, клюквенные волосы. Супер модная джинсовка, ну просто топ какой-то. Береги свою музыку. Очень аутентично, что
ледяной ураган в этот момент идет. Дождь, ливень начинается, и тут «Видимся летом!» Ребята, мы уже настраиваемся на концерт, там уже он начался, и скоро пойдем. Я выступаю последняя. Аня, выступ не последний, ты просто хедлайнер. А, да, мы не последние, мы хедлайнеры. Серьезно, вы знаете, большой круг, большой перемен. Ну, певать, я думаю, стоит. А где певать, просто невозможно. Друзья, Аня Крылюпа, сейчас. Незнакомые, рада, что вы пришли. Спасибо большое. О том, что будет с нами. В следующем году обязательно увидимся летом. Ребят, Аня просто топ, ребят. Кто не знает, что Аня топ, выйдите из чата. Ну что, увидимся летом? Следующий. Да! Были мы здесь, были мы здесь. Как два дня, что каждый год секунду. Были мы здесь, и на этом самом месте. Через год по и десять увижу я вас всех опять. И это будет летом, всем я буду об этом. Я клянусь, я приеду туда, где ждут меня всегда. Давай, увидимся летом, увидимся летом. Увидимся летом, увидимся летом. В общем, очень интересно. Мне подарили вот ребята из Самары, как вот ручкой записали. Аня лучше, это уже так мило. Здесь обе от города Фролова. И вот здесь всякие фотографии. Вот. Я приеду обязательно когда-нибудь туда тоже. Тут куча открыточек, вот. Буду потом шлать всем ребятам, кто оттуда. Рука в камеру, и следующий раз, и следующий кадр тоже с елкой. Аня Клюква бежит к елке, часть один. Короче, закончился концерт наш. И в конце все ребята встали, начали качаться прям. Особенно мы увидимся летом. Это было так круто. Это было так классно, что я могла посмотреть прям каждому в глаза и сказать, увидимся летом. Это прям так тепло и так необычно. Очень приятно, что вот под моей песней так вот люди отпевают, самое главное. Я прям смотрела, и ребята знают слова. Я да, мы знаем их наизусть. Все, капец. Дождь, боже, капец. А, капец, бежим. Это влог будет на 50 минут. Часть. Просто без монтажа, а просто все кадры вот так. Артем. Вот он, слева направо. Валерий Моргуновский. Давай. Да. Анечка, привет твоему блогу, привет всем подписчикам. Настоящая музыка. Большая перемена! Да, акустическая. У нас капец дождь. Ребят, давайте Аню на сцену пустим, сейчас люди разойдутся реально. Видели, да? Еще мне удалось взять у нее автограф на гитару. Что теперь у меня? Оказывается, у меня расписалась елка на гитаре. И я даже успела с ней сфоткаться. Ну, мы с Егором подбежали, такие, а, пожалуйста, можно? Он такой, так, так, так.
Короче, вот. У меня миллиард улыбок из 10. Просто миллиард. В ДНХ мы не прощаемся, мы говорим до новых встреч. Ребята, всем привет! Вот такое вот включение уже из дома, уже с 30 августа. Я уже почти демонтировала этот влог. И, конечно же, по традиции, пару слов отсюда, из дома. Во-первых, я не показала сейчас. Вот она, это просто одна из самых ценных подписей для меня, потому что я обожаю творчество Ёлки. И теперь частичка ее музыки всегда будет со мной. Также, конечно же, не могу не поблагодарить всех ребят, которые участвовали в этом влоге, моих друзей, ребят, которые приходили на концерты, которые меня поддерживали. Если вы это смотрите, то... Правда, вот эти несколько дней на ВДНХ, эти концерты были для меня вот чем-то таким новым и особенным, потому что... Я выходила на сцену, и люди меня знали, мои песни подпевали. У меня никогда такого раньше не было. Это просто невероятное чувство, какой-то коннект с зрителями, с ребятами. Я могу с ними пообщаться, они могут ко мне подойти, мы можем обняться. Это очень круто. И, наверное, вот ради именно таких моментов я все это делаю. Потому что, когда ты стоишь на сцене, поешь песню, которую ты сам сочинил вот тут, на кухне, и ее подпевают люди, и ты смотришь им в глаза, и они знают текст. Я не знаю, вау. Спасибо огромное за поддержку в соцсетях, ВКонтакте, в Телеграм-канале. Особенно, ребята, вы лучшие. Просто я читаю эти все комменты. У нас уже есть какие-то локальные приколы, мемы. И да, у меня за это лето вышло две новых песни. Это со Стасом Морем «На моря» и «Моя сольная летняя». Слушайте их на всех площадках. Ссылочки в описании. Спасибо огромное за просмотр. Увидимся с вами в новых влогах. С вами была Аня Клюкова и до новых встреч. Что за лицо недовольного лица? Тяни улыбку до конца. Путь проще, путь милей. Тяни улыбку до ушей. Улыбнись врагам назло. Не смотри на других, не будь похожим на них ты. Эта песня тоже, кстати, выйдет, но она выйдет после песни, которая выйдет осенью. Она почему-то всем так понравилась, я даже не ожидала. Вот, я немножко приболела, я немножко сонная, и вообще немножко уже учеба начнется через пару дней. Вот, так что...